8.2. Расчет М кренящий от смещения зерна для несертифицированного судна. Если судно не сертифицировано на перевозку зерна, это наше условие, то на судне отсутствует пакет документов по остойчивости для этого груза. В частности, нет кривых, кренящих моментов, объемов и их центра тяжести зерна по трюмам. Эти пюры здорово помогают в расчете кренящего момента. Постановка задач если кренящий момент от смещения без мешкования в нашем неполном номер 2, грузовой план у вас на экране, не приведет к крену более 12 градусов, то мы здорово сократим стояночное время судна. Поэтому стоит прочитать этот вариант. Расчет М кренящая от смещения зерна я проводил в Excel. Еще раз напомню, лист 6. Его вы найдете в библиотеке. Здесь же привожу лишь фрагменты. В частности, данные по трюмам. Первое. Определяемся с глубиной пустого пространства. При этом не забываем, что в результате качки и вибрации уровень зерна сядет на 2% высоты трюма и 0,5% ширины трюма плюс наши 0,15. Приблизительно 0,4 метра, где H 6 метров это высота трюма, B 10 метров номер 1 и 11 метров номер 3. Этот расчет почти совпадает с рекомендациями Grain Code 91, правило B11. В заполненных отсеках, в которых произведена штифка в соответствии с подпунктом А10.2, существует пустота и имеет среднюю высоту, вычисляемую по формуле VD равно VDI плюс 0.75 на D-600. минус я произвел расчет, у меня получилось 0,525 метров. Где VDI это средняя высота пустоты, и стандартная высота пустоты согласно таблице 8.2 и D равно 700 миллиметров, фактическая высота балки люка. Примечание, величина VDI ни в коем случае не должна приниматься менее 100 миллиметров. Поэтому считай себя ближе к опасности, принимая глубину пустого пространства в номере 1 и номере 3 равной 0,525 метров и это значение заносим в таблицу 8.1. В частично заполненном трюме номер 2 расчет глубины пустоты не производится, так как трюм заполнен менее чем на 50%. Примечание. В прошлом курсе балки я считал М кренящаяся от смещения по формуле. Она у вас на экране. Она была взята в одном из зарубежных пособий. Формула привлекала простотой расчета. Каюсь. Проверка показала, а я не поленился выполнить эскизы трюмов и их загрузку на миллиметровке. Что эта формула верна только для заполненных трюмов со штивкой. Для неполных трюмов она не годится. Поэтому в этом уроке я буду решать по старинке. Когда находится объем сместившейся зерновой массы, затем ее вес и, наконец, произведение массы на плечо, смещение, кренящий момент, м Для этого я и использовал миллиметровку. И строго выдерживал масштаб. 2. Согласно правилу B23, зерновая масса для заполненного отсека со штивкой должна считаться с углом откоса к горизонту в 15 градусов. Из эскиза видно, что площади S1, S2 и S3 равны. Поэтому площадь треугольного сечения S2 рассчитываемого из смещения будет равна половине рассчитанной прямоугольной площади пустого пространства погибом палубы можно пренебречь. В результате расчетов первая площадь у меня получилась 2625 квадратных метров и вторая площадь треугольника 2887 метров квадрат. Где виде принятая нами 0525 метров, ширина B1 10 метров и ширина трюма номер три 11 метров. 3. Вычисляем объем смещения, как произведение площади основания на длину отсека. Первый объем в трюме номер один у меня равен 31,5 кубометров. И второй объем 48,6 кубов, где L1 12 метров, это длина трюма номер один И длина трюма номер 18,5 метров. 4. Рассчитывается вес ожидаемого смещения, как частная объема на удельный погрузочный объем. Напомню, наш стовуч-фактор 1,3 кубометра на тонну. Вес ожидаемого смещения в номере 1 у меня равен 24,23 метрик тонн и в номере 3 41,1 тонны. 5. Момент есть произведение силы или веса на плечо L. Плечо я снимаю с эскиза трюма. Для этого рисунок должен быть выполнен аккуратно с соблюдением масштаба. Первый момент в номере 1 у меня равен 145,4 тонн метра и второй момент 287,7 тонн метра. Где L1 6 метров, это плечо смещения в номере 1 и L2 7 метров плечо смещения в номере 3. Найденные значения заносим в таблицу 8.2. Пока без второго трюма.